море парус тут уходит, так постепенно и проходят наши мечты. Все дальше парус, и все дальше, все больше между нами пальчик. Так неужели, милый мальчик, это был ты? Впрочем, все равно, да, я не буду вспоминать, как могла все время ждать звонка и верить, что меня ты любишь. Ну, хватит, не буду вспоминать, не буду вспоминать, не буду вспоминать. Но почему опять она? В этом зале. Сегодня особенный день у человека, который сейчас выйдет на сцену. Хотя у них, у композиторов и поэтов, любая встреча с вами – это особенный день и особенный вечер. Боже мой, поверьте мне, могла ли я знать, что когда-то много лет назад придет мой коллектив, 18-летний, белокурый, застенчивый мальчик. Могла ли я знать, что музыка этого мальчика будет потом звучать в голливудских фильмах? Что песни, которые он напишет, будут все желать спеть? А песни, которые он сам исполнял и исполняет, порой становятся народными. Особенный день у него. А какой он фантазер! А какой он рассказчик! Это можно обалдеть! Какая у него сила убеждения! Когда-то много лет назад он пришел, когда еще только стали говорить о СПИДе, о ВИЧ-инфекции, он пришел вот с такими глазами и говорит: «Алла Борисовна, что я узнал? СПИД передается взглядом!» И я, дура, поверила, а мне нужно было идти куда-то. И я боялась взглянуть прохожим в глаза, вот так вот шла, вот так. И такой он вообще замечательный, с таким чувством юмора. Я могу о нем говорить часами. Он Моцарт, веселый и легкий. И мы его любим, каждую его песню. «Где же ты, Игорь?» Дамы и господа! Вот он бежит к нам! Встречайте, Игорь Николаевич!